8 жніўня 20 гадзіна. Гэта праграма Белсад Зум. З вамі Віталь Бабін. Запрашаю спадарства на выданне. І вось што вас чакае цягам наступных 40 хвілінаў. Паўтары гады калоніі за абразу Лукашэнкі. Журналіста Сергея Гардзеевіча ўзялі пад варту ў залі суда. Гэта працяг так вось гэтай зачысткі медыйнага поля, якая пачалася пэўны час назад і зараз цягнецца. Анархісты па-за законам. Власти в Беларуси преследуют анархистов просто по факту того, что мы придерживаемся таких взглядов. И скандал на Олимпиаде у Токио. В течение своей карьеры я думаю, большинство нас, спортсменов белорусских, такие разговоры в свою сторону слышали. До чего приведет спроба вывести у Беларусь Кристину Тимановскую? Правда, тем, что репутация столько времени, что ее перезаправлять еще больше бы тяжко. Паўтары гады калоніі за абразу Лукашэнкі і міліцыянтаў. У Іванава вынеслі прысуд журналісту парталу «Першы рэгіён» Сергею Гардзеевічу. Яго ўзялі пад варту ў залі суда. І спыняецца ціск і на іншых журналістаў. Да прыкладу, сёння ў Гомлі судзілі журналіста-фрылансера Евгена Меркіса. Яму прысудзілі 25 базавых велічыняў штрафу. А журналістку Ларысу Шчыракову выклікаюць на допыт у следчы камітэт. Уласна, сама Ларыса, Евген з намі на сувязі. Вітаю, калегі. Вітаю. Ларыса, як можна пракаментаваць сённяшні прысуд журналісту Сергею Гардзеевічу? Ці гэта не сігнал для ўсіх нашых калегаў, што будзе ўсё толькі горш? Ну, у пэўным сэнсе, канешна, гэта працяг так вось гэтай зачысткі медыйнага поля, якая пачалася пэўны час назад і зараз цягнецца. І з аднаго боку гэта працяг гэтай зачысткі. І ў межах гэтай зачысткі працягваецца кампанія запалохування, застрашэння журналістаў. Але ці азначае гэта, што надалей, што гэта практыка заводзіць крымінальныя справы на журналістаў будзе пашырацца, будзе працягвацца? Ну, я не думаю, таму што гэта ўжо зусім проста пахне паўночнай Карэяй адразу ўжо. Так, не думаю. Яўгена, за што цябе сёння судзілі, як праходзіла гэтае судовае паседжанне? Сегодняшнее судовое посещение проходило за пытанки, которая была снята 4 червня еще у Гомеля. Вот милицианты, так бы мовить, пригадали этот эпизод, пока не скончились 2 месяца с этой даты. Ну и сапраўды судили за то, что эта пытанка, этот голос у всех гомельцев, которые отказывали на наши пытания, что она была размещена в эфире телеканала «Белсад», и за это сапраўды присудили 25 базовых мне. Ці спрабаваў ты некім чынам патлумачыць пра сваё канстытуцыйнае права на збор, апрацоўку інфармацыі, ці ўвогуле улічвалі хоць некія такія заўвагі? Безумоўна, я неаднаразова падчас судовага паседжання звяртаў увагу суддзі на тое, што і канстытуцыя нам не забараняе збор і распаўсюд інфармацыі, і ў той інфармацыі, которая прагучала на тэлеканале «Белсад», няма нічога ні крымінальнага, ні тэрарыстычнага, ні экстрэмісцкага. Тым больш вельмі адвольна трактуецца таксама гэты выраз выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ. Што ёсць зараз прадукцыі СМІ? Калі, напрыклад, зрабіць селфі, і твоё селфі выкарыстае тэлеканал «Аль-Джазіра» альбо «Расійская ОРТ», то атрымліваецца тады, ты таксама і для іх зрабіў нейкую прадукцыю СМІ. Но на ўсе гэтыя заўвагі суддзя ў выніку не звернула ўвагі, і прысуд быў, в прынцыпе, чаканым, на жаль. Ларыса, а што хочуць следчы ад цябе заўтра, выклікаючы, наколькі я разумею, ў гарадскі аддзел следчага камітэту? Па якой справе? Сітуацыя такая, што невядома, натуральна, там не пазначана, па якой справе я буду праходзіць сеткаю. І тут некалькі сценарыяў развіцця гэтай сітуацыі, таму што, з аднаго боку, мяне могуць апытаць па нейкай справе, там, ведаю я, не ведаю, гэта не важна, і адпусіць. Альбо мяне могуць дапытаць у якасці сведкі, потым перакваліфікаваць, і я ўжо стану
подозрений. І так само це може бути по нікій абсолютно лівій справі, як, наприклад, 8 липня був затриманий Василь Поляков, правооборонця, і Ілля Міронов з правооборонця і активіст з Гомля, і вони, і, ну, я не веду на конт Іллі, бо він давав підписку об нерозголошення, а Василь не давав, і він сказав, що його запиталися про вибух на Вілейській електростанції. Яким чином Василь навіть гіпотетично може мати дочинення до цього вибуху, невідомо, але справу перекваліфікували, тобто він вже став со свідки, став, хоча він потлумачив, що немає ніякого дочинення, але він став вже підозрюваним, його на 8 днів у ізолятор. А як відомо, ізолятор – це зараз катувальня натуральна, і його на 8 днів туди змістили. Так? Тобто це такий от сценар може бути. Тобто со свідки я становлюсь підозрюваний і відправляюся просто в катувальню, просто для, так сказати, з виховавчими метами. Ну і третє, я не ведаю, можливо, вони хочуть сфабрикувати ніяку кримінальну справу і вже не у ізолятор мене заперти, а у СІЗА. Ось. І, ну, тобто я не виключаю ні от з цих сценарів, тому що зараз це все... Євгена, є ще питання акурат, ось, що дотичить праці фрилансера у Білорусі після погрому журналістів некілька тижнів тому, після масових обшуків, арештів. Чи можемо ми казати про те, що ця праця фактично, ну, спинилася? Праця незалежних журналістів у Білорусі справді зараз ускладнилася. Шмат хто за репресії навіть покинув країну, але тим не менш, мені здається, що гэты кризис незалежної журналістики переживе. Все ж таки у 21-м стагодзі, ну, цалкам зачистити і зробити у Білорусі тую самую, часто цитуемую, Паўночную Карею. Немагчыма, у наш час любы чалавек можа стаць фактычна журналістам, збіраць, распаўсюджваць звесткі. Мы бачым, як за апошнія месяцы значна больш стала інфармацыі пра розныя здарэнні па ўсёй Беларусі. Людзі ўцягваюцца ў гэты працэс. Таму цалкам знішчыць зборы, распаўсюджваць сапраўдных звестак аб тым, што дзеецца ў краіне, ну, немагчыма, з маёй кропкі гледжання. Ну, ось Євген акурат сказав про те, що шмат хто з незалежних журналістів з'їхав з Білорусі. І тут повстає питання, чи магчыма гэтая праца, паўнавартасная праца усіх незалежних медіа за мяжою. Ларыса, твоє меркаванне, варта з'їжджаць і працаваць за мяжою, як зараз гэта робяць калегі з Тутбаю, да прыкладу, часткова з нашай Нівы, з іншых выданняў, ці ўсё ж такі працягваць рызыкаваць і заставацца ў Беларусі? Вы ведаеце, ну, гэта справа, канешне, у Беларусі працаваць, ну, працаваць журналістам, просто неяк, ну, дзіўна, як можна працаваць з журналістам, знаходзячыся у, ну, я не ведаю, у Варшаве, так? Тобто журналіст ж, это не той чалавек, які сидзіць толькі за кампутарам у сваім пакоі і здабывае інфармацію. І так можна здабыць інфармацію. Ну, в принципі, мы ж ходзім, мы здымаем, мы атрымліваем інфармацію так званага з поля, так? З нашого гораду, з нашай вобласці. І, канешна, тут уже казаць про паўнавартасную журналістыку, якая робіцца за межа, ну, в принципі, хартая робіць і дає ради гэтаму. Ведаеце, а на конт уцёкаў, ну, тут кожны мусіць вырашаць сам, бо, канешна, зараз вот узровень гэтай трывожнасці, звязанай з непэўнасці нашай, што з намі будзе, і ці будуць нейкія такія сур'ёзныя рэпрэсіі, як то, ну, рэальна арышты там, не ведаю, калоніі. Канешна, людзі, журналісты, калегі знаходзяцца ў такім даволі трывожным стане, і не ўсе ў стане, не у всіх є такі психічні запаси, каб, ну, витривати гэта. І калі ти можеш гэта тривати, калі ти от адчуваєш, що ти можеш гэта витримати, у тебе є емоції, у тебе є те саме психічні запаси, і ти при гэтай небезпеці все ж таки працювати, бо ти усвідомляєш, що у тебе є некая місія, і для кого-то ти певний моральний орієнтир, то, конечно, ну, на мой погляд, варто застатися. Є сили, варто заставатися. Ну, а нет сил, ну, конечно, що може бути важнее за власне здоров'я і за здоров'я, і за здоров'я наших сімей, каб наших свояков був комфорт душевний так само, каб вони за нас не хвалявалися. Ну, то есть так, є сили, тривай. Тому що ми мусимо бути тут, і це важливо, каб ми тут заставалися. Нема сил, звісно, треба з'їжджати і берегти своє здоров'я, і берегти сили для нової Білорусі.
Ужо 11 жніўня распачнецца дата, распачнецца судовае паседжанне аб ліквідацыі беларускай асацыі журналістаў. Ці ўдасца ўладам, на ваш погляд, цалкам разбурыць незалежную журналістыку ў Беларусі і як у гэтай сітуацыі альбо ліквідацыя беларускай асацыі журналістаў паўплывае на далейшую працу нашых калегаў? Яўген, можа быць, калі ласка, ты як бы ты на гэта паглядзеў? Як усім нам вядома, 11 жніўня не толькі БАШ будзе ліквідаваны, гэта проста адзін з ланцужкоў наступу на недзяржаўныя арганізацыі, аб'яднанні, як журналісцкія, так і звязаныя з іншымі сферамі. І, канешне, разбурэннем альбо пазбаўленнем БАШа афіцыйнага статусу, цалкам знішчыць іх дзейнасць будзе немагчыма, таму што у Беларусі ўжо гадамі розныя недзяржаўныя аб'яднанні прызвычайна працаваць без ліцэнзіі. Дзяржава фактычна сама выцясняе ўсе гэтыя аб'яднанні ў цень і сама будзе значна менш ведаць, хто дзе ж ім займаецца, і мець яшчэ больш падазрэнняў, сама палохацца любых ценяў, любых целарухаў. Гэта лішні стрэс для самой сістэмы, для самога рэжыму, таму я сэнс такіх дзеянняў не да канца разумею. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Беларусь накрыла чарговая хваля рэпрэсіяў супраць анархістаў. Затрымалі актывістаў Яўгена Рубашку і Александра Бялова. Пасля ператрусу іх дапыталі ў следчым камітэце і затрымалі ў якасці падазрываных паводле крымінальнага артыкулу арганізацыя дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. На ўмовах ананімнасці мы распыталі прадстаўніка беларускага анархісцкага руху, які выехаў ва ўкраіну, чым жывуць і чаго хочуць беларускія анархісты. Я уехал из Беларуси в конце 2020 года, потому что протест постепенно затухал и постепенно возрастал уровень репрессий. Я просто подумал, что вот это тот момент, когда это может дойти до меня. Я участник анархистского движения. Это движение, которое существует в Беларуси прямо с самого начала независимости, после развала Советского Союза. И на сегодняшний день это такое сообщество людей, которые выступают за максимальную децентрализацию власти, чтобы власть оставалась внизу общества и не переходила к какому-то центру. Сегодня я захотел остаться анонимным, потому что у меня есть смутная надежда вернуться в Беларусь до победы. И я думаю, что если я буду слишком часто светиться как анархист, то ко мне будут дополнительные вопросы. Власти в Беларуси преследуют анархистов просто по факту того, что мы придерживаемся таких взглядов. Я стал анархистом как бы с двух сторон. Два течения сложились, пересеклись у меня. Первое – это молодежная субкультура. Я в подростковом возрасте был панком и вот этим вот всем. Плюс у меня был интерес к чтению всегда. И в какой-то момент мне в руки попались леворадикальные авторы, такие как Эрих Фромм. Ну и вот интерес к молодежным субкультурам и левой литературе возбудил во мне интерес к анархизму. В какой-то момент, да, я просто познакомился в городе с анархистами, узнал получше эти идеи и присоединился к движению. Мои родители спокойно реагируют на то, что я анархист, и когда я только присоединялся к этому движению, никаких конфликтов по этому поводу не было. Ну, кроме классического, что мама переживает, чтобы это не привело к каким-то последствиям, репрессиям и так далее.
Отец вообще гордится тем, что я анархист. Поэтому в семье я чувствую поддержку. Хватит молчать, мы должны восстать против несправедливости. В последние годы анархисты занимались в основном просветительской деятельностью. Здесь можно выделить, в первую очередь, это блок Миколы Титка, который продвигал идеи и политический анализ на довольно широкую аудиторию. Во-вторых, это взаимопомощь среди бездомных. Есть такая инициатива «Еда вместо бомб», которая каждые выходные три раза за субботу и воскресенье кормят всех желающих бесплатно. Уже на протяжении 15 лет это анархистская инициатива. Также в Минске действовала анархистская библиотека, где были представлены не только анархистские книги, но и в целом широкий круг редкой интеллектуальной литературы. Кроме того, у анархистов есть свой медиаресурс, это «Промень». Там в основном публиковалась политическая аналитика с анархистской перспективы. Также анархисты в последние годы регулярно проводили бесплатные ярмарки. Плюс анархисты участвовали во всех уличных акциях, которые были в последние годы. Это самый яркий эпизод этого участия – марши тунеядцев, которые были в 2017 году. Тогда порядка 50 анархистов попали на сутки за участие в этих маршах в Минске. В 2020 году анархисты участвовали в августе практически во всех массовых митингах. Чаще всего отдельным блоком под черными и черно-красными флагами. Я хорошо знаком с Николаем Зитком. Мы с Николаем, как участники одного и того же движения, анархистского движения Беларуси, участники одного и того же сообщества, мы пересекались по некоторым вопросам, в том числе и просто личное общение, поэтому я могу сказать, какой Николай как человек. Мне кажется, главная отличительная особенность Миколы – это то, что Микола очень сильно предан своим идеям. Он, это человек, который предан анархистским идеалам, он верит в нашу правоту и готов, самое главное, жертвовать собственным комфортом и готов жертвовать собственным благополучием ради того, чтобы сделать этот мир лучше. Я думаю, что такие люди, как Микола, это реальная угроза для бандитов, которые находятся у власти, потому что это люди, которые способны, во-первых, вдохновлять других своей бескомпромиссностью, своей чистотой идеалов. Такие люди могут показывать пример борьбы для других людей. Насколько я знаю, и сегодня на суде Микола подчеркивает, что хотя он поддерживает и понимает людей, которые переходят к насильственным методам в борьбе с режимом, это своего рода самозащита, но сам Микола считает более эффективным и надежным способом борьбы именно мирный, потому что именно такой способ борьбы, хотя он более долгий, но он позволит создать более свободное общество, где будет меньше насилия в политике. В целом, анархистские взгляды радикальны. Это стоит понимать. То есть мы выступаем за коренное преобразование общества. Мы хотим поменять саму суть социальных институтов. При этом анархизм – это конструктивное течение. Мы не выступаем за просто разрушение и хаос, мы предлагаем альтернативу. Эта альтернатива заключается в горизонтальном способе организации общества. Анархизм выступает за децентрализацию власти. Это радикальная идея, она не нравится тем, кто сконцентрировал в своих руках эту власть, и поэтому эти люди преследуют анархистов. Большинство анархистов, насколько я могу судить,
лично для себя выбирают путь мирной борьбы в Беларуси. Как правило, хотя анархисты не осуждают право на самооборону, в том числе вооруженную самооборону от бандитов у власти, лично для себя анархисты выбирают путь мирной борьбы, просвещения, неповиновения, бойкота, забастовки, уличных акций. Мы хотим жить в обществе, где как минимум не преследуют за взгляды. Я скучаю по Беларуси, потому что это общество, которое я понимаю. Находясь в другой стране, я не могу быть точно таким же социально активным, потому что это другое общество, оно устроено по-другому, здесь совсем другая политика. А Беларусь — это то место, где я вырос, где я впитал весь этот культурный бэкграунд, и я более-менее понимаю, что делать, как устроено это общество, как можно сделать его лучше. Больше всего я скучаю по встречам со своими друзьями-единомышленниками. А теперь до горячей темы вокруг Олимпиады. Кристина Тимановская заявила, что не планует вернуться в Беларусь. Ночь она провела у отеле Токийского аэропорта. Муж спортовки уже съехал с страны, а сама Кристина планует ехать у Польшу. Эту тему обмеркуем с ведомой белорусской баскетболисткой, удельницей Олимпиады 2008 года у Пекине Катериной Снытиной. Катерина, добрый день. Да, добрый день. Як бы вы прокомментовали все то, что учора отбывалось с Кристиной Тимановской, те лічите, что спартовка все зробила слушно, опубличивши вот эту проблему внутри сборной? Для меня это храбрость. Человек высказал то, что ее волнует именно в ее сфере. Я смотрела ее, это так, заявление, да, ее на Инстаграме, в сторис. Там не было ни слова о политике. Там было просто то, что это несправедливость, так не должно быть, не может быть такой ошибки, да, руководства на Олимпийских играх. Нельзя ставить спортсменку не конкретно на ее вид спорта на Олимпиаде. И то, что потом там в телеграм-каналах провластных СМИ ее просто там пытались уничтожить, да, это, ну, как бы люди не отдают себе отчета, насколько это все разные виды спорта на самом деле. Чому в углі склалася така ситуація? Чому зборної, ну, не сачили за часом виконання цих допінг-тестів? Як ви лічите? Не знаю, опять какая-то халатность, безалаберность. Может быть, там кто-то должен был этим заняться. Не верили в собственного спортсмена, да, как бы. Такие моменты, мне кажется, это не единичный случай, как мне кажется, 100%. Если начать спрашивать у спортивной общественности, нам их практически из каждого вида спорта, нам спортсмены, функционеры смогут рассказать о подобных случаях халатности. Вот. Но то, что это, я повторюсь еще раз, я могу предположить, что была бы меньшая реакция, если бы это был чемпионат Европы, который проводится каждый год, каждые два года, да, чемпионат мира. Но когда к этому старту люди шли 4 года, и допускать именно вот такие вот ошибки где-то на уровне руководства, которые не связаны с физическим состоянием спортсмена, это, конечно, абсурд. У размове со спартовкой чальцы национальной сборной белорусской закликали Кристину змириться, намекали на то, что с людьми, которые так робят, могут сдариться все, что заугодно, навод самогубство. И тут шмат у кого возникает питание. Ти с усими нашими спартовцами, а также размовляют чиновники от спорту, ти все они проходят просто такий тиск, бо коли вы сходили с национальной жаночей сборной по баскетболу, с вами так само не вельми добрым чином развитывались, правда? У меня был разговор с представителями Белорусской Федерации Баскетбола, но я просто не позволяла так с собой разговаривать, да, то есть, наверное, если бы не было вот этой вот всей сложившейся ситуации, то есть это вся моя ситуация происходила, в принципе, в феврале, и уже полгода, да, я была вот на взводе со всеми этими событиями, может быть, если бы год-два назад что-то такое со мной случилось, я бы, да, там слушала бы, там кивала бы головой, потому что я вчера прослушала эту 20-минутную запись, которую Кристине удалось записать, как с ней пришли и разговаривали с ней в комнате, у меня просто такая злость кипела. Я там слышала очень много фраз, которые в свою карьеру, да, баскетбольную, я слышала несколько десятков, наверное, раз. Это
как ты можешь, ты подставляешь всю команду, а у них семьи, а вот там вот тебе там чуть ли не там государство все должно, ты там чуть ли не последний человек вообще в обществе и так далее. То есть я вчера слушала, и я понимала, что в какой-то момент своей карьеры я это слышала уже, да, ну, понятно, что, может быть, не в один 20-минутный разговор, но в течение своей карьеры я думаю, большинство нас, спортсменов белорусских, такие разговоры в свою сторону слышали. Вот, на самом деле, как она там сдержалась и, ну, она, понятно, она на эмоциях там расплакалась, но как она там сдержалась и просто не начала им отвечать, для меня это, ну, вот это очень сильный эмоциональный человек для меня, потому что, мне кажется, я бы психанула где-то на 5-й минуте. Ўсё ж такі сёння 2021 год, зусім іншыя часы. Вы бралі ўдзел у алімпіядзе ў 2008 годзе ў Кітаі. Калі вы на іх былі, скажыце, калі ласка, калі б ўсё ж такі гэтыя гульні адбываліся ў Пекіне ў Кітаі, ці лёс Крысціны склаўся больш драматычна? І яе б ўсё ж такі вывезлі ў Мінск, як вы лічыце? Я думаю, да, потому что всё-таки в 2008 я помню, что у нас не было телефонов, которые вот, да, тыкать пальцем. У кого-то были компьютеры, с компьютером надо было сидеть на балконе, чтобы поймать интернет, и, может быть, за полчаса ты бы отправила там фотографию, да, там, через почту. Я помню, что я еще вела на пресс-боле, по-моему, какой-то вот олимпийский такой дневник, но это все текстовое такое, да. Вот, поэтому за такое короткое время, я думаю, в Пекине не удалось бы поднять шумиху. И мы вот за вчерашний день, я лично не увидела ни одного какого-то сообщения, слов поддержки именно от людей, которые находились вместе с ней в Олимпийской деревне. То есть от них бы мы тоже не получили информацию. То есть вот именно, ну, у нас такой сейчас период, да, вот всего нашего протеста, что нам... Да, нам повезло, что есть телеграм-каналы, что настолько быстро информация разлетается по всему миру. Я не знаю, чиновники, наверное, еще живут в каком-то каменном веке и не понимают силу. Які лёс Крысціны Цімановскай як спартоўкі, не гледзячы на тое, што ёй усяго 24 гады, ці варта казаць пра тое, што пытанне ейнай пуцёўкі на наступную алімпіаду будзе знаходзіцца ўжо пад пытаннем, кажучы вось такім словам? Я так не считаю, потому что уже сегодня появилась информация, что она может поехать, она поедет, скорее всего, да, в Польшу. Она там получила уже национальную визу. Как я поняла, она не просит политического убежища, потому что все-таки я лично считаю, что мы победим, и политическое убежище сейчас нам не надо, потому что мы вернемся в собственную страну, и она в итоге сможет выступать за Беларусь. Но если придется, если что-то произойдет, да, мы, грубо говоря, это все затянется, то на следующем чемпионате Европы, чемпионате мира, если она по показателям сможет отобраться, то почему бы ей не выступать? Я не знаю, я сейчас не могу так сильно вдаваться в подробности, но я вот только недавно на Олимпиаде увидела, что есть команда, они выступают под каким-то, там много разных национальностей, команда беженцев. Да, то есть там это, скорее всего, спортсмены, которые не могут выступать за свою собственную страну. Вот. И то есть шанс, у нее есть отличный шанс. Если она продолжит тренироваться, если она будет хотеть, то шанс выступать. Вот я говорю, вот сейчас, вот в это вот время, когда вот настолько все развито, не только технологии, но и само вот это вот мировое сообщество, которое так хорошо относится к беженцам из тех стран, где права людей вообще просто не считаются с правами людей, вот, у нее есть отличный шанс выступать и... Ну, понятно, что не за Беларусь, пока мы не победим, но все равно выступать. Это важно для спортсмена. Катерина, як вы лічыце ўвогуле, як гэтая сітуацыя паўплывае на далейшы лёс і выступ беларускіх спартоўцаў на Олімпіадзе? Увогуле, якія наступствы яна будзе мець для айчыннага спорту? Как сейчас спортсмены будут выступать, я не знаю, насколько это сильно на них повлияет, насколько они вообще вникли. Мне сказали, что российская делегация, да, прочитав новости, просто были в шоке, там, все в шоке, в принципе, от того, что произошло, да. Насколько все это повлияло именно на белорусов, мне трудно сказать, я ни с кем там не общаюсь. Ну, это, да, это, наверное, вот как сравнивать, это если сравнивать с посадкой Ryanair, санкции придут. Насколько сильно, насколько, как бы, вот, большие санкции придут, да, все-таки такой олимпийский цикл, он заканчивается. Не знаю, мы еще посмотрим, но
Здесь уже вообще, наверное, не останется ни одного соревнования, клубных даже, чтобы к нам в страну кто-то приезжал и играл после вот такого инцидента. Дякую вам великий за эту размову, за этот комментар. Дякую. Какие политические и экономические наступствия будет иметь эта ситуация для режима, обмеркуем разом с политологом Валерием Карбалевичем. Витаю вас. Добрый день. Спадар Валера, чему улады не робят выснову с таких международных скандалов, как это уже здаралось с примусовой посадкой самолета Ryanair? Ну, справа в том, что система запрограммована на такие скандалы, на такие самострелы, бо в самой системе закладены такие речи, ось, какие, ну, как бы в миниатюре мы отримали в этом скандале всю ту политическую модель, якая існує в Беларуси. Вот, коли человека не поважают, коли любые громадянин повинен выполнять любой загад, как жаунер, якого могут накировать у один бок, у другий бок, он повинен подпорядковаться. Вот. И любая критика любого начальника разглядается как замах на владу, как здрада родиме. Вот. И ранее система была подобная, но ну, теперь, после всех этих репрессий, она просто стала вот в таком выгляде існовать, что вот маленькая критика керавництва легкой атлетичной федерации выкликала выбух обурения и, как можно зрозуметь, на самом политическом версии. Ну, а все остальное уже наступство. Скажите, калі ласка, ці могли, например, чальцы Национального олимпийского комитета, ну, разлічваць на то, что эта история не отримає такого велізного розголосу, как это было с Романом Протасевичем? Ці все ж таки про это ввогуле навод не думали, просто робили, гасили ситуацию, как могли? Ну, я так розумію, покольки загад був виданий з самого верху, і про це казали тренери, то ніхто навіть питання такого не задавав, які тут можуть бути наступства. В принципі, наступства могло не бути, коли б Тимановська не стала чимось скандалом. Коли б вона промовчала, коли б вона тихонько з'їхала у Мінськ, і все цим закінчилося, але вона підняла бунт, і у виніку зник великий скандал. Что ж теперь, как эта ситуация повлияет на дальнейшее развитие подеев, те Беларусь еще больше будет изолирована от усяго остатнего света в связи с этим скандалом у Токио? Ну, я, честно говоря, никаких наступств великих не бачу. Ну, черговый удар по репутации Беларуси. Но справа в том, что репутация ну, столько дрянная, что уже ее сапсовать еще больше уже тяжко. Вот. Не думаю, что будут некие санкции сбоку Международного олимпийского комитета. Вот. Ну, просто Беларусь снова выявилась краиной, якая как бы политизует любую самую дробную проблему, перетворяя ее в политический конфликт. І жорстко переслідує усіх, хто спробує ніяк супротивлятися системі. Ну, ви кажете, що санкцій не варто чекати, а яка реакція мусить бути з боку Міжнародного олімпійського комітету у даній ситуації? Ну, от я якраз про санкції. Ну, тяжко сказати, яка буде тут реакція. Я думаю, можливо, що ніякої реакції не буде. Просто ще раз просить якби коментар з боку білоруських владів, білоруського національного олімпійського комітету. Можливо, я не викладу свою версію, Тимаковська свою. Ну, це, можливо, ще обмежується, хоча хто його ведає. Які, на ваш погляд, льос чекав би Кристину Тимановську, коли б чальцам цієї делегації Национального олимпийского комитета Беларуси все-таки удалось ее вывести из Токио в Минск? Я не думаю, что был бы некий
не некое великое покарание. Магчыма, подключили на некий час от сборной, не давали эту спортовую стипендию некий час, а потом, когда все уляглося, она протягивала показывать довольно великие выники спортовые у бегу. Ну, вернули его в сборную. Не думаю, что это уже не было, как бы, скандалу такого. Не было спробования, скажем, критиковать Лукашенко, а вообще вот только керавництво федерации. Насколько этот прецедент небезопасный для будущего, в первую очередь для наших спортовцев? Как вы лечите? Бачите, поколі існує в Білорусі існує система, існує соціальна модель, існує режим, такі скандали будуть періодично здаратися. Просто не всі вони виливаються в публічну простору. Амаль усі ось спортивні імпрези у Білорусі, які мелися пройти в Білорусі, відмінені. Відомо, що для Олександра Лукашенка відміна чемпіонату світу по хокею було вельми таким моцним іміджевим ударом. Гэтая ситуація для особиста керівника Білорусі, наскільки вона буде мати для його некі внутрішні проблеми, чи він, можливо, скоректує свою політику у відносинах до спортовців і, принаймні, до спортовців, ось які виступають сьогодні на Олімпіаді? Варто чекати, можливо, ніяких заявок? Ну, заяву, може, і варто чекати. Я не чекаю змін у поводинах Олександра Лукашенка, чи керівництва Міністерства спорту, чи керівництва Федерації. Бачите, система, вона працює менавіть як система. Лукашенко, як чоловік, політичний стиль, він не може його поміняти, він не може змінитися внутрішньо. Тому я не чекаю ніяких перемін зв'язку з ним. А то, що Олександр Лукашенко у даній ситуації може, наприклад, змінити керівництво Міністерства спорту, або ще ніякі перестановки зробити, на ваш погляд, чи це можливо? Можливо, зміна керівництва Міністерства спорту, але не по причині ось цього скандалу, а по причині можливого провалу білоруських спортовців на Олімпіаді у Токіо. Лукашенко вже виказав незадовольнення, як йде Олімпіада, які є виніки білоруських спортовців. І коли виніки будуть дрені, ну, я не виключаю відставку керівництва Міністерства спорту, ніяких керівників федерації, ще ніякі перестановки. Ось гэты провал, як ви кажете, на Олімпіаді, ну, адносны, скажем так, поспех, бо пакуль што небагата медалёў беларуса дасталі на гэтых гульнях у Токіо. Ці можа мець ён нейкі, ну, палітычны адцень, улічваючы складаную палітычную сітуацыю ў Беларусі, якая таксама адбіваецца і вось на нацыянальным спорце? Ні, ну, спартовыя провалы наўрад ці будуць мець некі палітычныя наступствы. Все ж таки, это такая особая галина громадского життя, такая наупрост не вплывает на життя большинства людей. Там экономичные провалы могут вплывать на життя людей, а значит, и на некие социальные настрои, максимально социально-политичные наступства. Ну, а провал в спорте, ну, поглядеть, бачите, какие провалы, в футболе провал. На Олімпіаді, скажімо так, поки що поспіх невеликий. Ну, спорт деградує разом з усією країною, разом з усіми іншими галінами життя. Ну, що тут сказати. Так що на просто наступство я не чекаю. Дякую вам велике за гэту розмову. На гэтым у нас усе. Дякую за увагу. Сустрэнемся не ў забаве. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.